На базе Игнатьевской школы номер 10 прошел торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски выпускнику школы Марату Ильмировичу Рамазанову, погибшего во время специальной военной операции на Украине и посмертно удостоенному ордена мужества. Сегодня, 11 сентября 2024 года, в нашей школе открывается мемориальная доска, посвященная рядовому наводчику 1-й мотострелковой роты, 1-го мотострелкового батальона воинской части 09332 Рамазанову Марату Ильмировичу, погибшего во время специальной военной операции на Украине, награжденного орденом мужества посмертно. Настоящие герои незаметны в мирное время, но в минуту опасности они честно выполняют свой гражданский долг, не подчиняясь страху смерти. Рамазанов Марат – солдат России, которым гордится наша страна, хорошо знающая цену воинскому подвигу. В памятном мероприятии приняли участие глава поселения Герман Хаджиев, педагогический коллектив, учащиеся школы, родные военнослужащего, односельчане. С приветственным словом выступил глава поселения Герман Хаджиев. Для нас это большая утрата. Мужественными не рождаются, мужественными становятся. Марат был такой же простой парень, один из наших детей, который отдал свой воинский долг срочной службы на защиту нашей Родины, нашего будущего, и который он исполнил до конца. Марат не просто герой нашего населенного пункта, нашего района, он герой всей страны. Мы всегда будем помнить о нем, всегда будем равняться на его подвиг. Для родителей, ну и для нас это большая утрата. Честь ему и слава. На торжественном митинге в выступлениях почетных гостей были отражены боль и горечь утраты молодого, сильного, мужественного защитника Отечества и одновременно гордость за своего земляка, который достойно выполнил свой воинский долг. Право открыть мемориальную доску было предоставлено главе поселения Герману Хаджиеву и отцу погибшего Ильмиру Рамазанову. Право возложить цветы к мемориалу предоставили учащимся школы, членам общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит, родные. Участники митинга почтили память погибшего земляка минутой молчания. Далее учащиеся школы в память обо всех погибших в специальной военной операции запустили в небо воздушные шары. Сегодня в историю школы будет вписан еще один герой, павший смертью храбрых. Низкий поклон его родителям, которые сумели воспитать такого человека.